короче, ребята включили какой-то диск и уснули дружно все. Чтобы у меня одного, видимо, кровь из ушей пошла. А у нас появился новый хэштег. Никогда не давайте тачку Остапову и царю. Потому что вот это вот может из мотора высыпаться негаданно, нежданно. Тачка загорелась, но потушили, все нормально, никто не пострадал. Все, друзья, добрались мы до компании Клуб Турбо. Сейчас здесь пару вопросов подмандим и поедем дальше. В тот момент, когда они встретились вместе. Опять танцы с бубнами, делаем гур, параллельно поснимаю вам, что здесь с Вестой происходит. Проводка уже уложена, говорят, осталась фигня. Но, как вы поняли, в Рязань мы не едем. Такая вот панелька будет. Чик-чик-чирик. Тормозульки. Вилвуды. Все дела. Шифтер от Самсонаса. Здесь, в принципе, тоже почти все готово. Турбо. Турбо, где ты? И ГТшки будут на каждом раннере стоять. Пойдем шифтер посмотрим. Кто здесь в Казахстане с одним поездил? Интересно сравнить. Любители Жигулей. Январь сила, да? Уф! Но все равно всему помогает наклеечка Toyota. Что, новый мордец? Все по красоте. Два очка, да, Максон? Что там говорите? Противоотливной надо ставить? Как вам такое решение?
Отжали, короче, у местных пареньков крузак. Поехали футболки раздавать. Сейчас поедем, пушку гонку затестируем на площадке здесь на место. Ну что, весь день просран на ремонт рулевой, ну, на доработку там насосов гуру и так далее. Но зато мы прокатились на жиге сегодня, затестили. Завтра Саня, как всегда, он любит, полился маслом, но главное результативно. Спать еще не спали, сейчас выезжаем дальше в Рязань. Ну все, загрузка прошла успешно. Техничка тоже под завязку. Сейчас стартуем.